Всем привет, друзья, товарищи. Сегодня я на работе, но работа нашла меня и на работе. Мало прошивок на канале, очень мало. Решил разбавить сегодня, не знаю, удачно, неудачно. Вот есть у меня такой нетбук, вот так у меня клавиши, дети постарались, вырвали, но клавиатуру заказал. Будем менять, потом видео выложу. Главное подписаться на канал, конечно, поставить лайк, чтобы увидеть это видео. Телефон у нас Micromax Q301. Будем шить. Процессор у нас тут Qualcomm. Вот такой имеем аккумулятор сдувшийся, который по ходу дела и пришел. Является причиной выхода из строя нашей прошивки из-за нестабильной работы. И мне кажется, уже не прошьется, потому что пытался, честно говоря, но не получается. Сейчас прошивку я понизил. Будем повышать. У нас прошивка версия 1.7. Я понижал до 1.6. Эффекта нету. Ну, попробуем. Так, для прошивки нам понадобится прошивка и прошивальщик. Прошивальщик у нас либо такой, либо такой. Эта вся информация у нас есть в ссылке под видео, которую я оставлю на прошивку на 4 ПДА. И есть прошивки. Вот у нас тут есть версия 1.7, 1.6, которыми я шил уже. И, наверное, приступим. Так, Windows 7 у нас. Драйвера подкидываются, по идее, сами. Но в случае чего у нас может и не пойти. Драйвера предоставить вручную. Так что погнали. Что делаем в первую очередь? Вот так вот провод у меня подкинут. USB-шник. Втаскиваем аккумулятор. И вставляем его обратно. Далее нажимаем на кнопку Play в прошивальщике. Сначала добавляем прошивку вот этой клавишей. Прошивка подкидывается. Нажимаем кнопку Play. Теперь так. Зажимаем кнопку громкости вниз и вставляем кабель. Сейчас я, наверное, прервусь, потому что рука у меня одна, я снимаю с руки. Вставлю кабель и покажу, что будет дальше. Так, кабель подкинули. Появляется вот такое вот окошко. Откидываем кнопку громкости. И дальше ждем, пока будет шиться. О, вылетела ошибка. Так, видим ошибку. Теперь делаем стоп. Раз ошибка вылетела, идем в настройки. И ищем эту ошибку, чтобы исключить этот файл, который у нас глючный в прошивке. Так, исключили, нажали Enter, делаем то же самое, все заново. Вытаскиваем аккумулятор и вставляем его обратно. Нажимаем кнопку Play, зажимаем клавишу громкости вниз. Опять я отключусь. Так, ну все, заново пошла прошивка. И смотрим, у нас сейчас до этого файла дойдет, его пропустит, просто глючный файл. Может быть, прошивка глючная, может быть, нетбук у меня вот этот неподготовленный, в принципе, выдает вот эти вот ошибки, поэтому не прошивается телефон, не знаю. Вообще у меня в мастерской там специальный компьютер настроенный для этого, там только 1С-ка у меня и прошивальщики вот эти все. То есть драйвера все установлено. Так, сейчас подождем, пока пройдет процесс прошивки, и я подключусь, потому что где-то, ну, минуты две, наверное, будет идти, чтобы видео не тянуть. Кстати говоря, вот этот аккумулятор у нас вздутый. Я на Алиэкспрессе посмотрел, уже есть продажи. Ссылку на аккумулятор оставлю под видео, потому что я так думаю, что это у них болезнь, вздутие вот этого аккумулятора на микромаксах. И ссылку на аккумулятор я, конечно же, оставлю. Так что в описании прошу, там ссылочка есть. И на прошивку тоже, кстати говоря. Так, процесс заливки у нас доходит почти к концу уже. К слову говоря, в описании под видео есть ссылка на нашу группу ВКонтакте. Там я выкладываю достаточно интересные предложения с Алиэкспресса по интересным ценам. Иногда с продавцами даже договариваюсь о скидках. И ссылочки выкладываю туда. Подбор. Также индивидуальный подбор возможен в сообщениях. Вот видим, прошивка залилась у нас почти вся. Сейчас пойдет у нас дополнительно файлы заливаются. Вот. Видим все. Видим надпись Passed. Нажимаем стоп. Отключаем кабель от телефона и пытаемся его запустить. У нас ничего, наверное, не выйдет, потому что телефон у нас разряженный. Сейчас мы попробуем. Кстати, надо прошивать телефон заряженным. Ну, что-то мне подсказывает, что прошивка у нас не удалась, так как телефон, по ходу дела, уже умер. Бывает такое иногда. Так. Опа. Аккумулятор. Вот о чем я говорю, аккумулятор сдутый. И на месте он сидеть не хочет ни хрена. Так, смотрим, сейчас телефон загорится.
Что мы увидим? Так, на ноутбуке тишина, на телефоне тишина. Очень-очень странно. Не хотел видео затягивать, но уже 6-я минута пошла. Так, видим, нетбук у нас откликнулся и телефон откликнулся. Но прошивка у нас по ходу дела не удалась, потому что да, полоса как она была, так она и осталась. Судя по всему, у телефона вышла из строя память. Телефону уже 7 лет вот этому. Опа, аккумулятор опять откинулся. 7 лет телефону. И стоимость данного телефона сейчас, наверное, вторички около 1000 рублей. И нецелесообразно будет менять память на нем. Так что это был шанс обойтись дешевым ремонтом. Но по ходу дела он не удался. Сейчас еще раз попробую, конечно. Что-нибудь откликнется, надеюсь. Кстати, нетбук у нас Packard Bell. Что за модель, вообще не знаю. Заказал клавиатуру на Acer, по-моему, по маркировке. Вроде как она подходит. Там маленькие шрифты отличаются, но я думаю, это не суть важно. Что шрифты у нас отличаются. Вот так вот дети играются с нетбуками. Тишина. Оп, что-то есть. Android. Аккумулятор, интересно, покажет, не покажет. У нас установка драйверов пошла каких-то. А на телефоне ничего. Есть прошивка еще, конечно, Android 5. Но что-то я не хочу ее ставить сюда. Кажется, мне бесполезно это будет. Ну, походу дело труп. Ну, вам спасибо за видео. Подписывайтесь, конечно же, на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте лайк, оставлю ссылочки, не забывайте, под видео. И где-нибудь какие-нибудь подсказки сейчас накидаю вот здесь. Какие-нибудь плейлисты и подписки тоже. Так что не теряйтесь. До новых встреч, пока-пока.